Подарок, да. Подарок, да, Слав? Дед Мороз. Алиса. Веру, встречайте! С тобой, присядем. Чего тут стоять? Что-то снимают. Алис. Детятки качаются, катаются. Это что? Вот у меня сегодня хочется сыграть. Можно выиграть 50 рублей. Ну вы типа все. Вот не шарик. Можно авокадо. Похож на... Это американский праздник. Красивенько, все красиво. Будешь танцевать? Хорошо, что мы из Минска, нам не надо суммировать. Это как куча маленьких картинок нарисовано. Интересно, они вручную нарисованы или от руки? Наверное. Вручную или от руки? А вручную или напечатанную? Может быть напечатанную, а потом сверху что-нибудь добавлю. Это магнитик, да? Ёжик есть в кармане. Да нет, больше нет. Это какого, успеет купить еще в январе. Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом вас. Счастья, любви. А музыкальных шкатулочек у вас нету? Музыкальных шкатулочек нет. Thank you.
красивый сыр. Зачем? Пойдем? С 18 декабря по 14 января. До 9 вечера в будни и до 23 в выходные. Подожди, канун Нового года и в новогоднюю ночь. Ну все, давай стоим, мы же не смотрим. Канун Нового года и в новогоднюю ночь с 12 с 1 декабря до 4 1 января. Ну, молодцы. Идешь?